Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби герои. Так, задание. Нанесите 20 единиц урона героям бессмертий. Так, переместите союзника на другую линию и нанесите 20 единиц урона героям орехам в доспехах. Так, ну что же, давай за бессмертию. За бессмертию попробуем сыграть. Она у меня вот уже выбрата. Так, я сейчас гляну, что у нас тут к чему и почему. Так, нам, наверное, надо будет вот этого добавить. Вот этот ландшафт, вот это вот слишком много. Слишком много. Такс. Ну, наверное. Так, еще две карты надо взять. У меня зомбот взят? Взят. Давай, наверное, еще одного зомботика возьмем. И... кого бы мне еще тут взять? Может быть, этого парня? Попробуем. Короче, 20 единиц урона нам нужно нанести. Так что будем стараться. И нам достается Цитрон собственной персоны. Ну, давай так оставим, наверное, пока. Нет у меня первого хода, к сожалению. А может быть, к счастью. Цитрон. Опа. Цитрон у нас что, на орехах решил сыграть, что ли? Блин, ничего не могу поставить, прикинь. Что-то ему не нравится, да, мой ландшафтик? Но у меня еще есть, если что, один. Так что пока потерпим. Посмотрим, что он будет делать. У меня некого пока ставить. У меня все, ребята, одни заклинашки. Понимаешь, в чем дело? Одни заклинашки. Ну, не считая, конечно же. Ага. Так, ну что, здесь мы, наверное, сделаем... Я могу уничтожить, конечно, полностью. Так вот я сделаю. Ага, так, у меня здесь... вон кто появился. Ух ты. Ух ты. Ну, допустим. Блин, поставить никого. Но он тоже там пока опять меняет. Ну неужели что-то выпало, ребят? Ага.
Отличная карта. Отлично, ребята, выпала карта. Такс, что же дальше мне сделать? Давай вот так вот. Ага, уничтожает. Здесь ставит. Эй, Нарина Найс, Нарина Найс. Эй, Нарина Найс, Нарина Найс. Посмотрим, есть ли у него еще бомбочки. Опа, неуязвимку ставит. Угу. Эй, Нарина Найс, Нарина Найс. Так. Итак. Поехали. Вот все равно свое возьмем. А мы все равно свое возьмем. Хи-хи-хи-хи. Что же мне тут лучше сделать? Нет, парень, тебе фонарик этот не поможет. И тебе звездочка тоже. Так, ну что же. Бомбанем, наверное, вот здесь вот. Поехали. Так, что он там сейчас сделает? Так. Пам, пари папам, пари папарам. Это нас не волнует нисколечко. И это тоже нас не волнует нисколечко. Такс. Ну, наверное, нам надо сделать вот так. А мы еще сделаем вот так. А дальше конец ему. Вот как-то так. Друзья мои, 20 единиц урона мы нанесли. Так, теперь нам нужно переместить союзника на другую линию. Переместить союзника. Но это лучше всего играть за орех, мне кажется. Потому что именно у него пузырь. Именно он может перемещать союзника на другую линию. За счет пузыря, естественно, ребят. Так что давай попробуем сейчас отыграть орехом. Ну давай, 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 давай. Поиск соперника. Где мои там?
Вот. У нас опять легендарный герой. Потому что он так... А, нет, Хэр. Думаю, легендарный Хиро. Но не Хиро, нифига. Нифига не Хиро. Орех. Ну, я его поставлю, например, сюда. Понятное дело, что он ничего не стал делать. О. О как. А давай сюда вот так вот перейдем. Но это же тебе не поможет, парень. Ой, тебе это не поможет. Сделаем вот так и вот так. Допустим, а у нас томатик, ребята, появился. А раз появился томатик, значит, сделаем вот так. Оу, оу. Ну, по тебе явно, парень, плачет бомбочка. Да, явно по тебе плачет бомба. Ага. Так, что же лучше мне сделать и как лучше мне сделать? Я сделаю вот так вот. Шесть единиц здоровья — это все, что ты мог сделать, да? Чудило отсюда. Уберу нафиг с поля. О-хо-хо-хо, и напугал. Ёпрсты. Так, защита, да? Тюн-т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 юн. Ну, что ты там втихаря уничтожаешь случайное? Ну, помидорку. Уничтожил помидорку. Я не знаю, ребят, что он тут будет сейчас делать. Ничего. Но я и растения не приместил, вот в чем беда-то вся. Поэтому надо играть дальше. Переместите союзника на другую линию. Зато мы нанесли 20 единиц урона нашим орешкам. Дайте мне, пожалуйста, пузырь. Мне нужен пузырь. Кстати, по-моему, у бабаха тоже есть пузырь. Да? Это у нас бесенок 21 ранга. Воу, воу. Ну, в принципе, нормуль пока. Давай смотреть. Тони Пунто. Вот, вот что я хотел. Как раз, ребят, пузырь появился у нас.
Я знаю, что он там хочет сделать. Он хочет вызвать своих пиратов. О как. И... Понятно. Понятно все с тобой, парень. Решил так? Ну... Блин, кабачок-то с какого перепуга у меня здесь делает? Скажите мне на милость, а? С какого, блин, перепуга здесь делает кабачок? Кто там у тебя? Оу, оу. Плохо дело, друзья мои, плохо. Давай я так сделаю. Я сделаю так и вот так. Угу. Ну, ты понимаешь, что этот чудило у нас ничего не успеет. Ага, вот так, силенку. Пять. Ну, этот ничего не сделает. А этот пробьет. Да. Этот пробил, ребят. Хоть и пузырь был, ну вот этот. Кабачок-то вот нафига мне здесь? Это же, по-моему, мы... А, переместил. Это же, по-моему, мы с тобой задание было, помнишь, нанести 5 единиц... О, повысить силу 6 орехов. Неплохо. Это было задание у меня давным-давно. И мы с тобой вот этот кабачок, он мне нафиг не нужен в моей колоде. Вот этот кабачок. По большому счету, зачем он мне здесь? Хе-хе-хе. Его надо бить. Вот этого вот надо взять. Этот парень пригодится, наверное. Ну что? Ну давай, ладно, так уж и быть. Еще партию сыграем. Еще партийку сыграем и... И все, наверное. Да зачем же вы так мощно-то мне подсовываете-то? Ёк-макарёк. То хилан не дождаться, то на, жуй, как говорится. Хилов дофигища. Против раз... против этого... Трэш. Вы что творите-то? Вы дайте мне какую-нибудь карту боевую. Да, это, конечно, все хорошо, но... Так, этого хлыща я трогать не буду. Да, я его трогать не буду. Пускай бомбит. Эх, я так сделаю. О, профессор. Это хорошо, ребята. С бонусом. Ну, пускай бонус он так тратит. Этому все равно хана. На следующем ходу я его распечатаю. Да-да-да, ты тут можешь что хочешь делать. Твое дело, как говорится. А мы будем уничтожать одного за другим, потом этого. И ничегошеньки у него не получится. Ну. Так, давай сделаем вот так вот, наверное. И...
И вот так. Ух ты, заморозка. Увеличивает, да, зомби? 4-2. Пускай, ребята, увеличивает, пока ничего все равно сделать не могу. Если у них сейчас будет... Блин, ну что это выпало? Секунду. Давай-ка я сделаю вот так вот. И, наверное, вот так. Здесь чудило вниз. Маловато здоровья, но ничего страшного, ребят. Сейчас подтянем. Ага. Кого там убираешь? Этого уберешь? Все, да? Ну что, у нас, ребята, вариантов не так много. Поэтому погнали. Делаем вот так вот. Делаем вот так вот. И вот так вот. Не, подожди. Ну да, вот так вот сделаем. Поехали. Бонусную атаку делаешь. Ради бога. Ага. Ну давай я поставлю защиту здесь. Так. Сейчас шар полетит в них. Да, наверное, надо. Хотя, блин, да как лучше сделать-то? Бонусная атака там, да, будет? Давай сделаем так. Шут с ними. Ну, заморозка. Ничего страшного. Так, этот погибает. А, нет, ребята. Вот, вот, значит, как, да? Сделаем тогда так. Сделаем вот так. И сделаем вот так. Посмотрим. Ну, давай сделаем фиг с ним. Хильнемся. Интересно, он могилоеда поставит или нет? Вон кого он поставил. Тын-тырин-тын-тын-тырин-тын-тын. Mm-hmm.
Ну что, давай посмотрим. Вытягивает две карты. Значит, у него еще заклинашки тут, оказывается, есть, да? Еще две карты. Ну, все. Куда ты его перемещаешь, утырок? Ну, так вот как это можно, ребят? Ну, ёпрасоты, у него, блин, перемещение. Выкопал где-то вонючее свое перемещение, понимаешь? Ему просто, ребят, фартануло. Я офигею, блин. Чё тут? Я офигею, ребята. С таким фартом, блин, искать две заклинашки там сидит. Дай мне что-нибудь, дай мне что-нибудь. И перемещение, он на. Просто халява, ё-моё. И этой у меня не было, блин, бомбы. На воде, ребята, орех, он бесполезен. Он на воде ничего не может сделать. Просто ничего не может сделать на этой воде вшивой. У него вот только вот крокодил есть, и все. Просто вшивый крокодил на воде. Да. Так, он хочет кровожадность, что ли, запустить? Точно. Такой наивный. Ну давай, давай, давай. Грибок по тебе плачет, парень. Ты в курсе, нет? Так, прикрываемся и что? И ставим вот так вот. И ставим вот так. Давай я так и сделаю фиксом. Да хоть ты заносись там 2 единицы, все равно кранты. Ну а дальше все, ребят, кукурузка выходит в бой. Неожиданно, да? Ой, как неожиданно-то, ё-моё. Ну давай. Давай посмотрим. Ух ты, ух ты. Кого я тут вижу? Так, ну что, это всех, ребят, в расход, понятное дело. Да задудись ты, елки-палки. Минус. Минус. Так, что у нас дальше есть? Есть дальше отхил. Ну, нам, наверное, лучше сделать немножко по-другому. Сделай вот так вот. И сделаю вот так вот.
кого он там хочет уничтожить мне? Ради бога. Ради бога. Едем дальше, ребят. У него одна карта, молодец. Ну, по-моему, тут танцы твои закончились, парень. Танцы твои закончились на этом. Колода бесенок там на танцорах, друзья мои, это гнилое дело. Вот серьезно говорю. И на танцорах. Ну, если честно, я не пробовал, но я знаю, что это не тот вариант. Вот серьезно, это не тот вариант. Ядрен, матрен, профессор мозговая такая. Это самый мой невезучий этот. За зомби, профессор. Я не могу за него играть. У меня, может быть, и получилось бы, если бы было бы карт чуть побольше для него. Тогда да. А вот еще надо валить его, этого супостата, наверное. Чтобы он тут не духарился. Мелкий зомбик. Ладно, этого пускай будет, ребят. Я его даже трогать не буду. Посмотрим, что у тебя там припрятано. О. Такс, что же мне... Ух ты. Он же ему две энергии даст, да? Ну, что он там сможет применить? Наносит 2 единицы урона. Сделаем, наверное, вот так вот. И вот сюда переместим. Так, что? У него проскок, ребят. У него проскок там, оказывается, был. Хорошо. Кого он там? Вон кого. Ну, давай смотреть. Шамань, шамань. Ух ты, ух ты, начал тут шаманить. Ладно. Но все равно тебе кранты, парень. Давай так поставлю. Такс. Девять. У меня 7 пока энергии. Ну, я так понимаю, это все, да? Кто там? О, кто у него там? Thank you.
Такс. Бонус на атаку наносит. Ему кранты, это понятное дело. Это нам пригодится. Это нам, ребят, пригодится. Опа-на. Это интересно уже, ребята. Это уже интересно. Да. Астронавта размещает. Сразу здоровье. О, да у него заклинашки-то. Я знаю, что сейчас ему прилетит в лицо от вот этого. Это будет неприятно. Понятно, он сдался. Я уже подготовил для него орешек. Прям в лицо. Знаешь, сколько бы он урона нанес? Ух. Просто бы так разворотили бы ему таблище. На всю жизнь запомнил бы. Так, ребят, ну у нас есть еще одно задание. Это громкое событие, давай посмотрим. Травяной кулак начинает игру с орехом-здоровяком. Удастся ли вам обучить его тонкостям ремесла с этой колодой? Телепортистом и зомби-джентльменом. Да я не знаю. Событие, в принципе, не новое. Ну, пускай так остается. А кто у меня там спрятан? Телепортист? А здесь джентльмен удачи. А, как бы тут сделать-то лучше? Давай сделаю так. И сделаю, наверное, вот так. Я больше не уверен, что у него есть удар по земле. Два этих. Ну, псих есть псих, сам понимаешь. Опять в лицо. Нормально мне так прилетело. А у него все на орехах, да? Угу. Чудило вылез этот. Еще и неуязвимость берет. Так, как дальше быть? Сдулся. Оу-оу-оу. Ну что еще за лаги-то? Сейчас вылетит игра, по-моему, ребят. Дурацкая реклама вылазит, блин, когда ее не просишь. Так. Слушай, а ты не заколебал ли, парень, а? У нас есть, да, на бонусную атаку? А она нам не поможет. Три. Три, два, пять. В принципе, поможет.
Ну как поможет, ребят? Или не поможет все-таки? 4 и 2, 6. А дальше-то что? А дальше ничего, дальше мы ничего не сможем делать. Да нет, нифига, ребят, не помогает, не получается. Ну что мне дали-то, ё-моё. У него все карты против меня идут. Все. Да иди ты со своим курабочком, чё, блин, охренели, что ли, блин. Дают мне 25 курабочков, чем я должен здесь, блин, бомбить их, идиоты, блин. Ни заклинания, ничего не дали, блин. Иди, иди, играй, блин. Дебильный, вот. Дали карту тебе, играй, называется ей. Так, ну что, друзья мои, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.